Во всех школах города Якутска объявили карантин. Такое решение сегодня приняла санитарно-эпидемиологическая комиссия администрации столицы. Цель – недопущения вспышки заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Учебный процесс для школьников с 1 по 11 классы приостановили на срок с 17 по 23 января включительно. Ограничения распространяются также на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий. Это связано с тем, что наблюдается сезонный рост заболеваемостью ОРВИ среди детей и взрослых. Рекомендуется соблюдать все меры профилактики, носить защитные маски, принимать противовирусные препараты. А родителям необходимо ограничить посещение детей мест массового скопления, в том числе кинотеатров, магазинов и учреждений общественного питания. Увеличение порога практически по сравнению с прошлым годом, ну, по количественному составу, да, порядка 105%. Мы тоже проводим определенный мониторинг по заболеваемости детей. И на сегодняшний день у нас в 4 общеобразовательных учреждениях были закрыты на карантин несколько классов. Такие ограничительные меры принимаются на территории всего городского округа город Якутск. И городской округ город Якутск входят также и микрорайоны Марха, поселок Кангаласы, село Табага, Хатасы, Маган, Тулагина.